Пусть он увидит солнце. Акция, посвященная проблеме абортов в России, в четвертый раз прошла в Еврейской автономной области. Сотрудники Биробиджанского центра социально-психологической помощи семье и молодежи совместно с отделом по делам молодежи Биробиджанской епархии провели в районах области ряд мероприятий. Акция прошла в городе Облучье и селах Октябрьского района. По традиции она завершилась большим концертом, организованным на Биробиджанском Арбате. У супругов Трифоновых 12 детей. Вместе с внуками семейство составляет 30 человек. Это и многие другие супружеские пары пришли на Арбат, чтобы поддержать посвященную проблеме абортов акцию «Пусть он увидит солнце». Нету большей ценности, как человеческая жизнь. И жизни, которая уже и гуляет под солнышком, и жизнь, которая еще живет только под сердцем матери. И вот сегодня мы, и открывая эту акцию уже четвертый раз, конечно же, поздравляем друг друга с этим светлым и добрым праздником. Акция-концерт организована Центром социально-психологической помощи семье и молодежи и молодежным отделом Биробиджанской епархии в рамках всероссийской акции «Россия без абортов 2013». Традиционно это мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. Сегодня даже по всем требованиям Министерства здравоохранения и в целом медиков всего мира ребенком считается тот, кто уже, жизнь которого зародилась под сердцем матери. Цель акции – привлечь внимание общественности к проблеме катастрофического роста числа абортов в России. Только в Еврейской автономии в 2013 году официально зарегистрировано 2500 абортов. Участники мероприятия пытались донести до горожан, что в целях самосохранения общества должен быть введен закон, запрещающий аборты. Проблема, которая поднимается вот на таких акциях, говорит о том, что проблема абортов является очень острой, очень сложной, очень страшной для нашей страны. Ведь если посмотреть, то количество абортов у нас превышает даже количество рожденных детей. Акцию поддержали волонтеры, воспитанники 1, 2 и 5 детских домов, профессиональный лицей, маленькие спортсмены, организации Киокусинкай Каратэдо, цирковая студия «Счастливое детство». В завершении праздничной акции концерта состоялась церемония награждения участников открытого областного фотоконкурса «Я у мамы не один», посвященного этому праздничному дню. Главной идеей конкурса стала пропаганда большой семьи как государственной ценности. Первое место заняла семья Трифоновых. Что самое главное в вашей семье? Любовь, взаимопонимание, терпение и труд. Все перетруд. Уважение. Уважение старших. Организаторы акции убеждены в том, что если удастся спасти хотя бы одну детскую жизнь, значит, все усилия приняты не зря. Ведь страна, в которой убийство легально, не имеет будущего. Если раньше вообще об этой теме никто даже не говорил, старались вообще ее умолчать и не поднимать. Ни проблему разводов, ни проблему абортов, то сегодня на эти вопросы обращают внимание и государство, и органы власти, и общественность. Причем очень активное внимание. Наталья Шуплицова, Евгений Корякин, пресс-центр Биробиджанской епархии для телеканала «Союз».